это правда, да, спасибо. Что вы так у нее тут против так настроено? Вы как-то бы уже скрыли как-то свою какую-то. Здесь у нас дом. В этом доме есть подъезды. В каждом подъезде есть по случаю домашнего насилия. В двух подъездах дети бьют бабушек, в одном подъезде муж бьет жену, в одном подъезде полупьяная родня бьет дедушку. В каждом подъезде, на каждой встрече, на которой мы есть, находится хотя бы один человек, кто был или свидетелем, или пострадавшим от домашнего насилия. 70 на 10, 700 в день, дней осталось 13. Система может меняться, да, окей, она не сейчас, эти стены не рухнут сейчас, она не станет супер-мега такой, которой мы хотим, но она должна начать меняться. Вот это самое страшное, чего власть добилась за 20 лет. Она внушила людям, что выбор — это фарс, что в выборах участвовать не надо, иначе ты реально потакаешь власти. Можно. Нет, не будешь? Не будешь. Если бы тогда бы уже этот закон действовал и был бы ордер, он бы просто не смог бы ко мне подойти, и я бы как минимум одного бы инцидента могла бы избежать. Это все равно каждый раз, я даже не могу сказать, что это неприятно, это очень сильное унижение. Ты не можешь ничего сделать, когда человек значительно сильнее тебя физически. Решение о прекращении уголовного дела. Нет, вообще просто, в принципе, тишина. И ездила сколько раз я в полицию тоже. Они... В пользу того, что эта тема может сыграть, говорит тот факт, что она, ну, сугубо женская, да. То есть может так получиться, что мужчины, они ее просто не чувствуют, да, не считают релевантной, не считают политической. Да, она по своей сути не очень политическая была до последнего времени, во всяком случае. Вот. А женщина, она трогает. А голосует у нас женщины? Нашла, увидела, когда... Если Алена пройдет, я думаю, что она, конечно, будет биться. И она не будет изменять себе. Это очень важно. Она будет не в партии «Единая Россия», провластной. Это самая многочисленная, да, аудитория в Думе. Поэтому, как бы Алена ни билась, если принято решение сверху тормозить, блокировать... или принять, так тому и быть.